Приветствую вас, товарищи и будущие стратеги. Приготовьтесь погрузиться в захватывающий мир Dominion Earth, где судьба целых цивилизаций зависит от вашего тактического мастерства. В этой масштабной саге, сочетающей научную фантастику и фэнтези, вы будете командовать огромными армиями, управлять технологически продвинутыми боевыми кораблями и повелевать древней магией, борясь за абсолютное господство. Представьте себе поле битвы невиданного масштаба, где тысячи юнитов сталкиваются на поле боя, простирающемся до горизонта и за его пределы. Это не просто военная игра, друзья мои. Здесь, в самом сердце Аэрт, царит стратегия. Каждое решение, каждый маневр, каждое развертывание войск может стать решающим фактором между славной победой и сокрушительным поражением. Но не бойтесь, мы здесь, чтобы направлять вас. В течение следующих нескольких минут мы раскроем секреты Dominion Earth, покажем его сложные механики, разнообразие юнитов и безграничные стратегические возможности, которые ждут вас в его цифровых пределах. Являетесь ли вы закаленным ветераном пошаговых стратегий или новичком, стремящимся испытать себя, приготовьтесь к ни с чем не сравнимому опыту. Итак, держите ваши боевые планы наготове, соберитесь с духом и приготовьтесь отправиться в путешествие в самое сердце стратегического гения. Аэрт ждет, и время завоеваний настало. Dominion Earth черпает вдохновение из любимой всеми нами игры «Адмирал» — классики пошаговой стратегии, покорившей не одно поколение игроков. Как и ее предшественница, Dominion Earth погружает вас в мир просчитанных маневров и хитроумной тактики. Но не дайте себя обмануть знакомыми корнями, ведь это не просто имитация. Dominion Earth берет основные принципы пошаговой стратегии и переносит их на неизведанную территорию. Эта игра процветает за счет инноваций, раздвигая границы жанра своим уникальным сочетанием научной фантастики и фэнтези, потрясающим четырехмерным геймплеем и невероятной широтой стратегических возможностей. Там, где «Адмирал» предлагал захватывающий, но в конечном счете знакомый игровой процесс, Dominion Earth расширяет эти основы, представляя ошеломляющее разнообразие юнитов, способностей и стратегических уровней, которые станут испытанием даже для самых опытных командиров. Эта игра вознаграждает творческий подход, наказывает за беспечность и предлагает безграничные возможности как для хитрости, так и для просчитанного риска. Так что если вы когда-либо были очарованы стратегической глубиной классических пошаговых игр, приготовьтесь удивиться тому, что Dominion Earth может вам предложить. Это свидетельство неугасающей привлекательности стратегического мышления, переосмысленного для нового поколения геймеров, ищущих испытания, достойные их интеллекта. В основе Dominion Earth лежит Экзакуб, чудо передовой технологии, служащее полем битвы для ваших стратегических завоеваний. Представьте себе куб, но не простой куб. Этот куб пульсирует энергией. Сама его структура наполнена потенциалом как для созидания, так и для разрушения. Экзакуб — это не просто визуальная уловка, друзья мои. Это основополагающий элемент игрового процесса, добавляющий совершенно новое измерение, в буквальном смысле, к традиционной формуле пошаговой стратегии. Видите ли, внутри экзакуба сражения не ограничены одним планом существования. О нет! В Dominion Earth вы будете вести войну на нескольких уровнях реальности, каждый из которых имеет свои уникальные стратегические преимущества и недостатки. Представьте себе многоуровневую шахматную доску, где каждый ваш ход вызывает волновой эффект, который проходит сквозь саму ткань экзакуба. Овладение хитросплетениями экзакуба – ключ к достижению победы в Dominion Earth. Именно здесь вы будете использовать фланговые маневры, совершать внезапные атаки с неожиданных позиций и перехитрять своих противников с помощью хитрости и точности. Пристегните ремни, стратеги, потому что сейчас мы начнем работать с многомерностью. Давайте разберемся с полем боя, товарищи. В Dominion Earth каждое ваше стратегическое решение разворачивается на колоссальной сетке шириной и длиной в 1000 юнитов. Представьте себе огромную шахматную доску, но вместо деревянных клеток вы командуете легионами футуристических солдат, потусторонних существ и технологических чудес, которые заставили бы плакать от зависти даже самых гениальных ученых. Каждая клетка на этой сетке
представляет собой единицу тактической значимости. Именно здесь вы будете размещать свои войска, маневрировать ими и обрушивать сокрушительные удары на своих врагов. Но не путайте простоту с отсутствием глубины, друзья мои. Сетка — это холст, на котором будет написан ваш стратегический гений. Каждый ход должен быть тщательно продуман. Каждое продвижение вперед взвешено с учетом возможных контратак. Подобно гроссмейстеру, изучающему шахматную доску, вам нужно просчитывать на несколько ходов вперед, предугадывая действия противника и переигрывая его тактику. И помните, это не просто статичное игровое поле. Сетка — это динамичное, постоянно меняющееся поле боя. По мере того, как юниты сталкиваются, взрывы сотрясают местность, а ход битвы меняется, сама сетка становится свидетельством ожесточенности конфликта. Так что выбирайте позиции с умом, командиры. Ведь судьба Аэрт зависит от вашего мастерства владения сеткой. Раздел 2. Пошаговая тактика. Планирование вашего завоевания. А теперь давайте поговорим о ходе битвы, товарищи. Доминион Аэрт — это пошаговая стратегия, а значит, победа достигается путем тщательного планирования и просчитанного исполнения. Каждый ход — это драгоценная возможность перехитрить противника и захватить инициативу. Во время своего хода у вас будет ограниченное количество времени, чтобы оценить обстановку на поле боя, отдать приказы своим юнитам и выполнить стратегические маневры. Но не позволяйте тикающим часам запугать себя, друзья мои. Именно здесь расцветают настоящие стратегии, в горниле ограниченного времени и безграничных возможностей. Будете ли вы продвигаться вперед, углубляясь на вражескую территорию? Возможно, вы будете сдерживать наступление, укрепляя оборону и заманивая противника в хитрую ловушку. А может быть, вы обрушите на ничего, не подозревающего врага сокрушительную воздушную бомбардировку, пролив с небес огонь и ярость? Выбор за вами, командир. Но выбирайте с умом, ведь каждое действие имеет свои последствия. И каждое решение может склонить чашу весов в вашу пользу или против вас. Помните, что в Аэрт терпение — это добродетель. И самый хитрый стратег — это часто тот, кто диктует темп битвы. Раздел 3. Экзакуп без прикрас уровни ведения войны. А теперь давайте углубимся в суть инноваций Доминион Аэрта Экзакуп. Это не типичный трехмерный игровой мир, товарищи. А нет, это нечто гораздо более сложное, гораздо более интригующее. Представьте себе, если хотите, куб, но не простой куб. Этот куб — это скопление реальностей, многоуровневое поле битвы, где сама ткань пространства и времени подчиняется вашей стратегической воле. Внутри экзокуба вы будете вести войну на нескольких уровнях, каждый из которых представляет собой отдельный план существования в игровом мире. Ваши наземные войска могут сражаться на поверхности, в то время как ваши воздушные юниты парят в небесах на уровне выше. А глубоко под землей подземные юниты могут вести отчаянную борьбу за контроль над жизненно важными ресурсами. Каждый уровень экзокуба подобен отдельному полю битвы со своим уникальным ландшафтом, стратегическими преимуществами и типами юнитов. Но вот где становится по-настоящему интересно, товарищи. Эти уровни не изолированы друг от друга. А нет, они взаимосвязаны, переплетены сложной паутиной тактических возможностей. Представьте себе, например, внезапную атаку из сети туннелей, которая появляется глубоко в тылу врага. Или, возможно, вы могли бы использовать свое превосходство в воздухе, чтобы бомбардировать вражеские позиции на более низком уровне, подготавливая их к наземному штурму. Возможности для стратегического маневрирования и тактической изобретательности поистине ошеломляют. Раздел 4. Размещение юнитов. Соберите свои войска. А теперь давайте поговорим о солдатах на земле, о сердце и душе любой великой армии, о ваших юнитах. В Dominion Earth вы будете командовать ослепительным множеством из более чем 720 различных типов юнитов, каждый из которых обладает своими уникальными сильными и слабыми сторонами, а также тактическими ролями, которые им предстоит играть в вашем стремлении к господству. Мы говорим об изящных, футуристических танках, которые могут пробивать вражеские боевые порядки сокрушительной огневой мощью. Мы говорим о неповоротливых махинах, бронированных титанах, которые могут раздавить целые батальоны своими гусеницами. Мы говорим об эскадрильях юрких самолетов,
парящих в небесах, обрушивающих огонь и ярость на ваших врагов. И это только верхушка айсберга, товарищи. У нас есть скрытные диверсанты, мастера саботажа и диверсий. У нас есть могущественные маги, владеющие в качестве оружия самими стихиями. У нас есть даже мифические существа, призванные из глубин легенд, чтобы сражаться на вашей стороне. Но дело не только в количестве ваших юнитов, товарищи. Дело в качестве, в создании сбалансированной и разносторонней армии, способной адаптироваться к любой ситуации. Вам нужно будет тщательно взвесить сильные и слабые стороны каждого типа юнитов, стратегически размещая их для использования уязвимостей противника и достижения ваших целей. Товарищи, давайте поговорим о ваших наземных и воздушных силах. Это доблестные солдаты, борющиеся за контроль над поверхностью экзокуба. У нас есть танки, шагающие механизмы и тяжеловооруженная пехота. Это костяк вашей армии, способный сдерживать натиск противника. Но не будем забывать и о небе, товарищи. Превосходство в воздухе может означать разницу между победой и поражением. Найдите правильный баланс между вашими наземными и воздушными силами. А теперь, товарищи, давайте спустимся в глубины экзокуба, где разворачивается война совсем другого рода, подземная борьба за контроль над недрами. Здесь, во тьме, хитрость и стратегическое мышление так же важны, как и огневая мощь. Эти подземные маршруты открывают уникальные тактические возможности для смекалистого командира. Тяжело вооруженные буровые машины могут прокладывать новые пути сквозь землю. Скрытные диверсионные отряды могут незаметно проскользнуть мимо вражеских боевых порядков. Но будьте осторожны, товарищи, туннели – опасное место. Тесные пространства ограничивают видимость и маневренность, а владение искусством подземной войны может дать вам решающее преимущество в Dominion Earth. Товарищи, давайте поднимем свой взор к небу за пределы атмосферы в царство орбитальной войны. В Dominion Earth контроль над космосом так же важен, как и контроль над Землей и небом под ней. Вокруг экзокуба вращается сеть спутников, мощных инструментов, способных переломить ход битвы в вашу пользу. Это не просто пассивные платформы наблюдения, товарищи. Это оружие само по себе, способное наносить сокрушительные удары, предоставлять важнейшую разведывательную информацию и даже манипулировать самим полем боя. Некоторые спутники оснащены мощным энергетическим оружием, способным обрушивать разрушения на вражеские цели с орбиты. Другие могут запускать стаи дронов, атакуя вражеские юниты, ведя разведку или даже жертвуя собой в атаках камикадзе. Но, пожалуй, самая ценная функция ваших спутников — это их способность предоставлять тактическую информацию. Установив прочное присутствие на орбите, вы получите доступ к передовым сенсорным данным, которые раскроют позиции противника, передвижение войск и даже скрытые сооружения. Эта информация неоценима для принятия стратегических решений. Вы сможете предвидеть вражеские атаки, выявлять слабые места в их обороне и с хирургической точностью размещать свои войска. В пылу битвы, товарищи, знание — сила, а господство в космосе дает вам силу все видеть и все знать. Раздел 4. Сверхъестественные крепости освобождения древних сил. А теперь, товарищи, давайте углубимся в более фантастические аспекты Dominion Earth, царства сверхъестественных сил. По всему экзокубу разбросаны древние места силы, остатки ушедшей эпохи, когда магия властвовала над миром. Эти места можно захватывать и укреплять, превращая их в грозные крепости, которые дадут вам доступ к целому ряду сверхъестественных способностей. Представьте себе, как вы призываете полчища воинов Нежити, чтобы пополнить свои ряды, обрушиваете на врагов разрушительные магические атаки или даже искажаете саму ткань реальности по своей воле. Но будьте осторожны, товарищи, силами магии нелегко управлять. Владение их мощью дается дорогой ценой, и путь к мастерству чреват опасностями. Вам нужно будет carefully manage your resources, балансировать риски и выгоды и никогда не недооценивать непредсказуемость тайных искусств. Однако для смелых и хитроумных награда может быть огромной. Представьте себе, как вы вызываете чудовищный шторм, чтобы сорвать наступление противника, или телепортируете свои войска в тыл врага для внезапной атаки.
С силой магии в ваших руках возможности для стратегических инноваций поистине безграничны. Раздел 5. Кастомизация. Ключ к успеху. Создайте свой арсенал. Товарищи, давайте поговорим об одном из самых захватывающих аспектов Dominion Earth — возможности кастомизировать свои юниты. В этой игре вы не просто командир, вы архитектор, создающий идеальные орудия войны. Каждый тип юнитов имеет ряд опций кастомизации. Модифицируйте их системы вооружения и улучшайте броню. Разблокируйте особые способности для уникальных тактических преимуществ. Уровень кастомизации в Dominion Earth ошеломляет. Адаптируйте свои войска к любому стилю игры и стратегической ситуации. Единственное ограничение — ваше воображение. Экспериментируйте и создайте совершенную армию, чтобы покорить Аэрт. Раздел 1. Отголоски адмирала. Знакомая основа — возвышенная тактика. Dominion Earth чтит свои корни в классической российской игре «Адмирал», отдавая дань уважения и одновременно продвигая жанр вперед. Стратегическое размещение кораблей, просчитанные залпы и перехитрение противника — все это присутствует, но с расширенным размахом, глубиной и стратегическими возможностями. Раздел 2. За пределами доски 4D-революция Dominion Earth. Революционный 4D-геймплей Dominion Earth воплощается в интуитивно понятном и захватывающем игровом процессе, где война ведется на нескольких уровнях реальности. Этот многоуровневый подход добавляет новое измерение стратегической сложности, требуя от игрока осознания всего поля боя. Раздел 3. Вселенная юнитов. Разнообразие и кастомизация. Dominion Earth предлагает более 720 различных типов юнитов, от футуристических танков до биоинженерных существ и разумных роботов. Игра предоставляет беспрецедентные возможности кастомизации, позволяя адаптировать войска к вашему стилю игры и любой стратегической ситуации. Предпочитаете ли вы грубую силу или точечные удары, Dominion Earth удовлетворит ваши потребности. Раздел 4. Спектр стратегий. От казуальной хитрости до гамбита гроссмейстера. Dominion Earth подходит для широкого круга игроков, от казуальных стратегов до хардкорных тактиков. В игре предусмотрены различные уровни сложности и обучающие миссии, которые помогут вам освоиться с ее механикой. Для тех, кто ищет настоящего испытания, сложная механика игры и многоуровневые поля боя предлагают безграничные возможности для достижения стратегического мастерства. Товарищи, давайте раскроем стратегическое великолепие Экзокуба. Каждый уровень — это отдельная секция оркестра, каждый юнит — уникальный инструмент в вашей грандиозной стратегической симфонии. Поверхностный уровень представляет собой секцию ударных — небо над головой, парящие струнные, а подземные уровни — мощные духовые. Спутники в небесной сфере обеспечивают стратегический обзор, гармонизируя под вашим командованием. Давайте поговорим о визуальном оформлении Dominion Earth и его стратегическом блеске. Визуальные эффекты игры улучшают стратегическое осознание, предоставляя информацию, необходимую для принятия мгновенных решений. Каждый юнит прорисован с вниманием к деталям и имеет свои отличительные особенности, а по сетке поля боя легко ориентироваться. Органичное сочетание эстетики и функциональности поднимает Dominion Earth на уровень, превосходящий простую стратегию. Давайте углубимся в то, как научная фантастика встречается с фэнтези в Dominion Earth. Сверхъестественные силы добавляют новый уровень стратегической глубины и непредсказуемости. Овладение сверхъестественным искусством войны требует острого стратегического ума и готовности принять непредсказуемость.
По мере того, как мы все глубже погружаемся в Dominion Earth, мы осознаем его безмерную глубину. Игра постоянно удивляет и бросает вам вызов, предлагая скрытые области, секретные цели и могущественные артефакты. Вы сражаетесь не просто за победу, вы разгадываете тайны Экзокуба. Dominion Earth выделяется своей потрясающей глубиной. Каждый элемент тщательно проработан, чтобы создать ни с чем несравнимый опыт стратегической глубины. Игра вознаграждает терпение, хитрость и глубокое понимание ее сложной механики. Dominion Earth предлагает бесконечную реиграбельность благодаря множеству игровых режимов. Участвуйте в классических матчах на завоевание, сценарных сражениях с определенными целями или в многопользовательской игре онлайн. Редактор карт позволяет создавать собственные поля боя и делиться ими, предоставляя безграничные возможности. Раздел 3. Earth ждет. Ваше завоевание начинается сейчас. Экзокуб ждет, и судьба Earth висит на волоске. Присоединяйтесь к нам в этой эпической саге, сочетающей научную фантастику и фэнтези. Ваше завоевание начинается сейчас. Раздел 1. Dominion Earth. Новый стандарт в мире стратегий. Dominion Earth — это смелая эволюция, переосмысленная для нового поколения геймеров. Она погружает вас в динамичный, многоуровневый мир, где каждое решение имеет вес. Раздел 2. Симфония завоевания, дирижирование победой. Экзокуб — это холст для вашего стратегического искусства. Каждый уровень — отдельный инструмент в вашем оркестре войны. В Dominion Earth вы дирижер, превращающий хаос битвы в гармоничную симфонию разрушения. Раздел 3. За пределами двоичного кода. Сложность и нюансы. Один из самых захватывающих аспектов Dominion Earth — это принятие сложности, отказ от упрощения запутанных реалий войны. Это не игра с простым бинарным выбором, товарищи. Это игра нюансов, компромиссов, адаптации стратегии на лету, чтобы противостоять каждому ходу противника. Вам нужно будет взвесить сильные и слабые стороны ваших юнитов, тщательно продумав их роли в вашей общей стратегии. Вы делаете ставку на грубую силу, выставляя армию тяжеловооруженных машин. Или вы предпочитаете более хитрый подход, полагаясь на скрытность, скорость и точные удары. И не забывайте о сверхъестественных силах, которые находятся в вашем распоряжении, товарищи. Этими древними силами, какими бы грозными они ни были, не стоит разбрасываться. Каждая магическая способность имеет свои риски и выгоды, требуя тщательного обдумывания и стратегического предвидения. В Dominion Earth нет одного единственного пути к победе, нет универсальной стратегии. Эта игра вознаграждает за эксперименты, поощряет нестандартное мышление, поиск новых и инновационных способов перехитрить противников. Раздел 4. Вселенная возможностей. Ваш стратегический холст ждет. Dominion Earth — это больше, чем просто игра, товарищи. Это вселенная стратегических возможностей, безграничная площадка для вашего тактического воображения. Независимо от того, являетесь ли вы закаленным ветераном пошаговых стратегий или новичком, стремящимся испытать себя, Dominion Earth найдет, чем вас удивить. Участвуйте в эпических одиночных кампаниях, покоряйте сложные сценарии или проверьте свои навыки против других игроков в напряженных многопользовательских сражениях онлайн. А когда будете готовы к новым испытаниям, дайте волю своей креативности с помощью мощного редактора карт, создавая собственные уникальные поля боя и делясь ими со всем миром. В Earth единственное ограничение — это ваше воображение, товарищи. Так что примите вызов, исследуйте его глубины и откройте в себе стратегического гения. Раздел 5. Присоединяйтесь к Earth. Призыв к оружию для искусных тактиков. Товарищи, Earth зовет вас. Он манит тех, кто жаждет испытаний, увлечен стратегией и желает испытать себя в схватке с лучшими из лучших. Ответите ли вы на зов,
Вступайте в ряды искусных тактиков, командиров и стратегов со всего мира, которые уже поклялись в верности AERT. Участвуйте в оживленных дискуссиях об оптимальных стратегиях, делитесь своими самыми хитрыми тактическими приемами и заключайте союзы, которые определят судьбу цифрового поля боя. В Dominion Earth вы не одиноки, товарищи. Вы являетесь частью глобального сообщества, объединенного общей любовью к стратегическому гению и жаждой увлекательного игрового процесса. Так что соберитесь с мыслями, отточите свои навыки и приготовьтесь отправиться в незабываемое путешествие в самое сердце стратегического мастерства. AERT ждет вас, командир. Ваша судьба в ваших руках.